Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Айдар Гумеров, и в ближайшие 10 минут вы увидите. Спасла социальная столовая. Давайте скорую, может, вызовем, а? Пожар в квартире одинокого инвалида. Отвлекся и на треть уменьшил ширину своей машины. Резко вылетает девятка, и здесь я не успел уже среагировать. Серьезная авария на пустой дороге. Раскрыли тайны. Направляются в различные места. Где и как ищут незаконные посылки осужденным. Пошел поесть в социальную столовую, а вернулся на пепелище. Сегодня днем на улице Джауджата Файзи загорелась квартира одинокого пенсионера. Его самого в этот момент дома не было, отлучился на 2 часа. Это, считает, вероятно, и спасло ему жизнь. Картина, которая предстала его глазам после возвращения, пошатнула и без того не самое крепкое здоровье инвалида. Динара Камалова была тому свидетелем. Одинокий инвалид второй группы. Не пьет, не курит, пенсии есть, но на все не хватает, рассказывает 68-летний Вячеслав Полехин, хозяин этой квартиры. Спасает, говорит, только социальная столовая. Ест в основном там. Спасла она его и сегодня. В столовую ходили. Я инвалид. Из дома вышел в полдень, когда вернулся, увидел сорванные с петель двери, закопченную квартиру и сгоревшую мебель. Слез сдержать не мог. Тревогу забили соседи, когда запах гари стал проникать в их квартиры. Они же и вызвали пожарных. О том, что мужчины дома нет, они знали. В столовую ходят всегда в одно и то же время. С дверями спасатели справились быстро. Огонь горел в этом углу. Пламя охватило стены, мебель и пол. Распространиться пожару спасатели не дали. Общая площадь возгорания составила около 2 квадратных метра. А что в том углу находилось? А там ничего, только динамик вот стоял. И все. Ни родственников, ни друзей, признается мужчина, у него нет. Говорит, что еще пару лет назад с хозяйством справиться было легче. Приходили работники социальной службы. Правда, со временем их визиты сократились, а потом и вовсе сошли на нет. Они зашли, повернулись и ушли, посмотрели кухню, и все, и ушли. Это когда было? Давно, я его не помню. После этого к вам никто не приходил? Нет. Единственная его отдушина – канарейка, живущая у него 4 года. Когда мужчина подошел к клетке, ему стало плохо. Птица пожара не пережила. Давайте скорую, может, вызовем, а? Своими силами с последствиями возгорания, боится он, не справится. И надеется на помощь неравнодушных соседей, что приютят на время и помогут привести комнату, которая пострадала от пожара, в порядок. По предварительной версии, причина возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Динара Камалова, Данил Филатов, «Вызов 112». Ночью в Приволжском районе на улице Дальняя загорелся Mitsubishi Outlander. Очевидцы утверждают, что слышали несколько громких хлопков. По их словам, рядом с машиной никого не было. Однако к машине вела дорожка, как предположили, из бензина. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 1:27 ночи. Через 7 минут огонь на площади в 2 квадратных метра был полностью потушен. Автомобиль стал гореть с задней части, и, возможно, именно поэтому возникла версия о поджоге. Уменьшил ширину своей машины на треть. Серьезная авария произошла ночью на улице Начальная в микрорайоне Дербышки. Практически на пустой дороге. Кирию, двигаясь по главной дороге, протаранила «Ладу» 9-й модели, водитель которой, в свою очередь, не уступил дорогой иномарке. Удар пришелся в самый центр правого бока «Лады». К счастью, в момент ДТП пассажиров в салоне не было. Иначе без пострадавших, скорее всего, бы не обошлось. Рамиль Шайдулин о деталях произошедшего. Все вообще непонятно, просто в шоке был из-за этого. Эта авария не только сильно испортила настроение водителю Kia Rio, но и разрушила все планы на предстоящую ночь. И не только его. Рассказал, что вместе с другом ехали по пустой улице, правила соблюдали, скорость не превышали. Двигались по главной дороге, никаких сюрпризов молодые люди не ждали. Но в какой-то момент случилось то, чего в их планы никак не входило. Выезжаю спокойно, 50 км/ч, час где-то так. Смотрю, здесь вроде никого нет, здесь резко вылетает девятка. И здесь я не успел уже среагировать, получается, вот удар ДТП. Вся сила удара пришлась на правый бок «Лады» 9-й модели. Пассажира в салоне отечественного автомобиля не было, сам его водитель не пострадал. Правила дорожного движения молодой человек знает, а на вопрос, почему же не уступил дорогу автомобилю, имеющему приоритет, ответил лаконично.
отвлекся. Своей вины хозяин девятки отрицать не стал. Теперь ему придется восстанавливать собственный автомобиль за свой счет, если посчитает это целесообразным. Корейский же автомобиль был застрахован. Но это обстоятельство, пусть и греет душу, но полностью не избавляет от досады водителя иномарки. Машина, говорит, совершенно новая, была куплена в этом году. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. В Казани украли детали от самолетов на 2 миллиона рублей. Неизвестные ночью на улице Кирпичникова вскрыли кузов «Газели» и вынесли два ящика с тепловыми приборами для самолетных турбин. Украденное принадлежало Казанскому приборостроительному конструкторскому бюро. Данное предприятие занимается производством датчиков и электронной аппаратуры для отечественных летательных аппаратов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Из незаконного оборота изъято свыше 300 граммов наркотических средств, больше 80% доля тяжелых наркотиков. Сегодня сотрудники службы исполнения наказаний рассказали, как доставляются запрещенные вещества за колючую проволоку, какими уловками пользуются те, кто пытается передать зелье осужденным, и как противостоят сотрудники мест лишения свободы. В тайной службе вслушивалась Динара Камалова. В левом кармане есть план. В левом кармане чего? Куртка, штанов? Куртки. Куртки. Что там? Что именно? Что за план? Гунджубас. Ну как, я не знаю. Ну то это гашиш, марихуана. Гашиш. Посылки с наркотиками, спиртным и телефонами доставляют заключенным как старым проверенным способом, делая тайники в продуктах питания, так и прибегают к современным технологиям, рассказывают сотрудники УФСИН. За два года в республике было зафиксировано две попытки доставки запрещенной посылки на территорию колонии при помощи квадрокоптеров. Их просто запускают через забор. Но чаще сверки пытались просто перебросить. Или как, например, вот этот 27-летний, ранее осужденный молодой человек, попытался перекинуть посылку с помощью арбалета. Дежурный, заметив молодого человека, вызвал сотрудников полиции. Поймали при попытке сделать перекид. Каким способом пытались перекид сделать? Арбалетом. Всего за минувший год пресечено 11 попыток доставки наркотиков за колючую проволоку. Столько же всего за 3 месяца этого года. Сейчас в исправительных учреждениях республики содержится около 11 тысяч осужденных. У каждого 20 из них наркотическая зависимость. Такова статистика. Здесь у нас все есть приспособления. Лупы, зеркала, пакеты для обнаружения и фиксации. Труднодоступных мест для тайников с запрещенным, говорят сотрудники УФСИН, для них практически нет. Те места, которые нельзя смотреть воочию, обследуют эндоскопом. Шланг, на котором в конце имеется видеокамера с подсветкой, направляется в различные места и на экране выводится изображение. При помощи вот этого прибора и те места, которые трудно досмотреть, вот данный прибор используется. Впрочем, не так редки случаи переноса запрещенного самими сотрудниками колонии. В минувшем году рабочего исправительного учреждения приговорили к 4 годам лишения свободы за такую попытку. Аналогичный случай повторился и в этом году. Сотрудник медсанчасти попытался перенести на территорию колонии сверток с запрещенным веществом. На свое рабочее место он может и вернется, но уже совсем в другом статусе. Динара Камалова, Данил Филатов, вызов 112. Посылки, которые пытаются перекинуть на территорию колонии, часто содержат еще и телефоны с сим-картами. Часто средства связи используются для совершения мошенничеств. Бывает, что заключенные выступают в роли координаторов наркосбытчиков, рассказывают сотрудники УФСИН. В минувшем году было выявлено 5 фактов мошеннических действий с использованием сотовой связи из колонии Татарстана. В этом году подобных случаев зафиксировано не было. Установить звонившего сейчас, говорят, не проблема. У нас на каждого осужденного имеется в каждом оперативном подразделении голосовая фонотека. И мы в дальнейшем используем для, в качестве доказательственной базы. Потом, согласно федерального закона о связи номер 126, мы приостанавливаем услуги оператору сотовой связи. То есть у осужденных находится на руках в незаконном использовании абонентские номера. Вот мы выявляем их и блокируем. Внимание, розыск. Белоусов Алексей Владиславович. Сейчас ему 23 года, уроженец Республики Узбекистан, проживал в Татарстане в городе Менделеевск. В 2012 году он ушел из дома, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. На вид ему примерно 24-26 лет, среднего телосложения, рост 165-170 сантиметров. Лицо круглое, глаза серо-голубые, нос средний прямой, губы толстые, волосы темные. Был одет в темные кроссовки, темные брюки, темную футболку и ветровку.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50. Если вы сняли происшествие, можете поделиться своими кадрами со всей республикой. Присылайте видео на нашу электронную почту и на мобильный телефон 8-98-69-112-112 или же в нашу группу ВКонтакте. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.